Знаменитые астрономические часы в Праге впервые за 70 лет остановят для полной реставрации, после которой они обретут свой первозданный вид. Они замолчат на 6 месяцев. Отмечу, ежегодно эта достопримечательность привлекает тысячи туристов. Часы были изготовлены в начале 15 века. Последний большой ремонт был сделан в 1948 году. На этот раз мы отремонтируем его, вытащив все современные детали. Мы вернем старые кабельные барабаны, деревянные зубчатые колеса эпохи Возрождения, которые хранились в музее.